Рэп-исполнитель Леван Горозия рассказал, что ему удалось вернуть свой никнейм L1 при помощи киберспортивной команды Virtus.pro. Права на сценический псевдоним исполнителя не так давно принадлежали лейблу Black Star. Впрочем, подписчики сходятся во мнении, что артист пошутил и таким образом поддержал киберспортивный клуб, с которым у него хорошие отношения. Представители Левана Горозия эту информацию пока не подтвердили и рассказали: «Мы знаем, что такие данные ходят по сети. Это неверно, но от других комментариев мы откажемся». Леван сказал все, что хотел сказать в своих постах. Также, как всем уже известно, Ольга Бузова не вернется к перезапуску телестройки на новом канале Ю, а их совместное с Ксенией Бородиной BB-шоу закрывают. Тем не менее, как сообщают источники популярного журнала, Ольга Бузова уже получила собственное шоу на ТНТ. Пока рабочее название нового шоу – «Селебрити». Подразумевается, что в нем звезды кино и спорта будут приходить в студию и рассказывать истории из жизни, параллельно участвуя в конкурсах и выполняя задания ведущей. Бородину в эту программу не пригласили, но она продолжит вести перезагрузку на канале, сообщил источник. А теперь о новостях TikTok. Новая королева ресурса Лиза Анохина сняла коллаб с американской звездой Беллой Порч, у которой 6 миллионов подписчиков. И все это под звук с русской речью. Помнится, кстати, что о коллаборации с Беллой Порч мечтала и Дина Саева, еще одна звезда. Однако кажется, что-то пошло не так. Она пропала из соцсетей, а ее звание королевы русского TikTok перешло Лизе Анохиной с ее 21 миллионом подписчиков. Правда, на счету Беллы есть видео, записанное под песню «Я ищу тебя» Дины Саевой. Так что все еще, судя по всему, возможно. Накануне Forbes проанализировал 50 самых популярных пользователей TikTok и составил рейтинг их заработков. Список возглавил 22-летний Рахим Абрамов, у которого 10 миллионов подписчиков. По подсчетам Forbes, за минувший год его доход в TikTok составил более 10 миллионов рублей. Второе почетное место в рейтинге заняла уже известная Дина Саева, одна из самых популярных русскоязычных пользователей сети. Ее доход за год составил более 5 миллионов рублей. Третий в списке – 23-летний Алексей Савко, заработавший чуть менее 5 миллионов рублей.